455. 455 проектов. 455 шансов на успех. Конкурс проектов благоустройства этой весной всколыхнул малые города и исторические поселения по всей стране. Чиновники и краеведы, архитекторы и инженеры, а главное население городов включились в процесс преображения общественных территорий, всерьез задумались о глобальных перспективах развития поселений. В истории России столь масштабный грантовый конкурс проведен впервые. Вдумайтесь! Сегодня в России 1112 городов, 943 из них имеют население до 100 тысяч человек, и более 1/3 поселений охватило новое движение. В короткие сроки была проведена огромная работа, продуманы серьезные проекты, призванные улучшить жизнь населения малых городов страны. И сегодня лучшие из них заслужили право воплотиться в жизнь. Города, ставшие первопроходцами, победителями конкурса, получили уникальную возможность не просто привести в порядок одну из площадей или скверов, отремонтировать скамейки или поставить очередной фонтан. Благодаря их вдумчивым и перспективным проектам у них есть шанс кардинально измениться. Реализация проекта благоустройства общественного пространства должна стать локомотивом, который потянет за собой другие смежные сферы городской жизни. Развитие предпринимательства и туризма даст глоток свежего воздуха экономики. Откроются новые возможности в реализации других важнейших городских проектов. Преображение города создаст основу для сохранения и роста численности населения, обеспечит инвестиционную привлекательность, новые рабочие места, положительно скажется на благосостоянии населения. И это не фантастика. Все в ваших руках. Сегодня сделан важный шаг. Россия по-новому взглянула на малые города и исторические поселения. Дело за вами. Реализуй, твори, вдохновляй, развивай свой город. В малых городах много возможностей.